Привет, мой дорогой зритель! Мы наконец-то подходим к концу, к завершению игры Cry of Fear. Мы тут убили на третьем этаже доктора этого чертилу. Сейчас мы пойдем открывать заднюю дверь. Я надеюсь, что никто тут не появился. Я не хочу ни с кем драться. Вот вообще абсолютно не хочу ни с кем драться. Где была дверь, я уже не помню. По-моему, где-то не здесь. По-моему, где-то тут. Черт его знает. Нет, здесь решетка, подождите. Главное, чтобы тут не было никого. Все остальное пофиг. Нет, тут у нас двери для персонала. Это нам не катит. Где-то тут была дверь еще одна. Вот это может? Нет. А может, она вообще на первом этаже была? Что, кстати, вполне возможно. Пойдем на первом этаже посмотрим. Я надеюсь, там нет никого. Но хотя бы вот это пение птичек уже расслабляет на самом деле. Вот, по-моему, она. Да. А, у меня где-то валяется дробовик. Можно пойти его забрать. Я только за. Потому что оружием здесь разбрасываться абсолютно нельзя. Где лестница? Вот она. Дробовик, я даже не помню, если честно, где он был. Он был либо в баскетбольном зале, либо тут за решеткой. Надо пойти посмотреть. Опять. Что? Что? Ты охренел? Вы это видели? Вы охерели совсем, я вам отвечаю. Ладно, где-то еще был шприц тогда. Тут, по-моему. Нету. Где-то еще был унитаз. Дверь заколотили. Да вы офигели, народ. Вы чё? Ку-ку. Они просто отобрали у меня все, что у меня здесь было. Все, что у меня здесь оставалось. Офигеть. Ладно, баскетбольный зал. Пойдем проверим там. Может быть, там мое ружье. Ясно, он не хочет идти туда. Ну, ты вообще дебил, конечно. Я просто с тебя офигеваю. Говорит, мне не надо идти вниз. Да пошел ты. Нужно найти путь домой. Где мой пистолет? Куда этот пистолет дел? Пистолет — это очень важная вещь. Тебе сейчас нужно за него держаться. Блин, ну как бы эти птички ничего плохого не предвещают. Я надеюсь, что они мне не врут. Опять какие-то сраные дома. Сраные будки какие-то. А, бляха, муха. Не надо мне сейчас никаких монстров, я тебя умоляю. Я убила босса, что вам еще надо, блин? Пули для револьвера, а револьвер там где-то наверху валяется. А, точно, надо было револьвер мне забрать от доктора. Вот я, блин, тупица, а? Замечательно, теперь он же и тут назад не хочет идти. Да ты вообще идиота кусок, просто. Мне вот интересно, а если бы я открыла дверь, а потом попыталась наверх зайти? Мне что, сказали бы, что мне не надо идти назад? Давайте попробуем, в чем проблема? Абсолютно не проблема. А, я знаю, как я сделаю. Наверное. Я, короче, сейчас просто-напросто. Вот тут еще шприц есть. Вот это круто. Я просто-напросто сейчас выкину здесь на пол все, что у меня осталось хорошего. Так вот, дроп. Дроп. Пойду заберу там все.
чтобы на всякий случай, если он вдруг не захочет сюда заходить больше. Дурак такой. Сейчас пойдем откроем дверь. Ой, как тут темно. Ой-ой-ой. Да вы чё? Да вы чё? Какого хрена так темно? Да ё-моё, вы чё, издеваетесь надо мной, что ли? Где пистолет? Где пистолет, который я выкинула? Да вы чё прикалываетесь? Где он? Ненавижу, с... Ну, наконец-то, по-моему, без всяких инцидентов, блин. Ну, раз мне так много обоим тут насовали, то наверняка будет какая-то херня тут происходить абсолютнейшая. Вообще, куда мне идти? В окно куда-то, что ли? Капельки капают. Вот окно. И тут окно. Наверное, мне надо в долбанное окно вылазить. Итак, куда же я иду? В какую-то дырку. Ну? Вау. Надо было нагнуться. Прикиньте. Идем по лампам, идем по лампам. Где следующая лампа? Или дверь? Где что-нибудь? Тут конец как бы. Конец лакаси. А, вот дверь. Дверь. Это хорошо. Неужели мне придется сейчас опять драться с какими-то сраными монстрами, которых я уже убила, просто херово тучу вообще. Лодка. Короче, надо управлять лодкой каким-то образом. Не знаю, каким. Во. Я, походу, поняла, как. Мы сейчас на лодке уплывем куда-нибудь. В камыш какой-нибудь сейчас. Смотрите, как по краям, да? По краям квадратного леса квадратный камыш. Хорошо. Где берег? Куда плыть-то? Куда плыть? Вон туда, что ли? Ну ладно, поплыли туда. Слушайте, ну я так буду 3 года плыть. Собственно, мы доплыли до этого берега, наконец-то. Сейчас мы выйдем на доки. Вышли и идем опять к какой-то будке. По-моему, она абсолютно идентичная той будке, что... Такое ощущение, что у него какие-то реально параллельные реальности. То есть, берега, берег, с которым мы вышли, к которому мы приплыли, они, блин, идентичны. Вообще, зачем мне столько патронов дают, я не пойму. У меня что, тут предстоит что-то очень плохое? Я не хочу, мне запарило меня это все уже. Не хочу ни с кем драться вообще, блин. Надоело нахрен. Еще шприц валяется. И дубинка. Куда я это все засуну? У меня нет сумки, вы что? Друзья, други мои. Замечательно просто. Что за подстава долбаная? Хорошо. Идите в жопу все. Тупорылая игра. Чтобы вам всем пусто было. Долбаная реально подстава. Револьвер сильно бьет, интересно. Да бери что-нибудь, дебила, ты кусок гребаный, блин.
Ненавижу вас всех нахрен. Опять где-то эта сволочь. Сучки просто. Сучки. Ненавижу всех вас нахрен. Сраная игра, закончись уже. Ко всем херам вообще. Долбаная шняга. Какие-то барабаны заиграли уже. Нахер, сдохни, сволочь. Там был шприц. Может быть, мне его использовать уже? Тут такая херня происходит, блин. Чтоб ей, блин, пусто было, нахрен. Да бери ты, долбаную хиромантию. Мне нервы, блин, уходят тупо на то, чтобы играть в эту игру, а не на то, чтобы, блин, испугалась чего-то. Дебилизм какой-то здесь происходит вообще. Нахрена уже? Ну сколько уже можно мучить игрока? Я не понимаю. Долбаные садисты. Садюги сраные. Опять шприц. Куда мне засунуть этот шприц, бляха? Какую жопу мне его засунуть? Во. Я его туда спустила. Слегонца. Короче, пошли вниз. Не дали мне ни магнитофона, ни хрена. Сейчас будут опять эти жабы везде ползать. По-любому. Если я спускаюсь в воду, значит там будут эти грёбаные водяные монстры стопудово. Вон он уже. Есть. Я его вижу. А я же говорила. Пока что вон еще есть еще один. А что если сюда пойти? Какая, собственно, разница, тут идти или там идти? Там что-то синее. А, там люк, понятно. Но тут все равно эта жаба сраная. Все, пошел нахер. Тут у меня шприц, если что. Может быть, я потом смогу туда вернуться. Ах ты ж говнюк. Сдохни, паршивая сволочь. О, опять плавать надо. Да ну нафиг. Издевательство нахрен какое-то. Сейчас я тут утону к херам ко всем, я тебе отвечаю. Тут воздух. Так, хорошо, дальше поплыли. Воздух, где воздух? Я сейчас сдохну тут. Выплывай, выплывай, дебил, дебила кусок, давай выплывай. Выплывай. Сраная игра, чтоб ты, блин, не знаю, чтоб тебя никто не играл. Честное слово.
Куда плыть? Я потерялась. Я куда-то выплыла. Замечательно просто. Дверь закрыта. Как мне ее открыть? Пиздец просто. Просто долбанный пипец. Отсюда я выплывала, по-моему. Не? Понятно. Чем мне предстоит здесь где-то искать ключ, скорее всего, от той двери. Опять долбанные квесты. А вот и он. А это что? Пошел ты в жопу! Нахрен! Сраное говно. Надеюсь, он не умеет плавать. Вот, наконец-то я выплыла сюда. Наконец-то можно дальше идти. Это какой-то вообще дебилизмус. Кто меня здесь ждет, интересно? Куда идти? А, вон туда идти. Тут меня здесь ждет лестница. Наверх. Это замечательно, просто офигенно. Надоела мне эта гребаная канализация. Опачки, я вылезла в город. О, он, короче, наконец-то в своем родном городе. Офигенно просто. Дверь не поддается. ФПС просто зашибись стал. В кавычках. О, дробовик. Интересно, а фонарик мне понадобится? Наверняка. Но что-то я хочу дробовик взять. Почему бы нет? Пока что я хожу по таким замечательным светлым местам. Вообще красотища просто. После всего, что мы видели в этой игре, вот это просто красота. Самая настоящая красотень. Тут еще на каждом пороге патроны лежат, шприцы лежат, все лежит. Зачем, кстати говоря, я не представляю. Или сейчас... Ясно. Вопросов больше не имею. Откуда ж ты взялся, сволочь? Да мы так шуршим. Где? Что? Куда? Откуда? Ясно. А, Эмка! Эммочка! А куда мне все это засунуть, скажите мне? У меня нет столько места. Место дробовика или, я не знаю. Блин. Дилемма, как обычно. В Эмке одна обойма. Возьму-ка я лучше дробовичок. Надеюсь, ничего, что я фонарик оставила. Пока что. Куда вообще мне идти?
Музычка такая спокойная, успокаивающая. Чё? Куда идти мне, а? Скажите мне, люди добрые. Ничего не открывается. Молоток. Блин, тут столько припасов. Что-то мне подсказывает, что разработчик поиздевался и просто сейчас это все нахрен не нужно будет уже. Это типа, вот сколько всего есть, а тебе оно нафиг не нужно. Больше нету монстров. Нету уже больше толп разъяренных. Куда идти-то? О, вот куда надо было зайти. Но мне казалось, что я тут все уже проверила. Оказывается, нифига. Понятно. Зря я выбросила фонарик. Хорошо, сейчас вернусь за ним. Собственно, я все забрала. Забрала все, что можно было, собрала в кучку. Даже шприц забрала. Теперь, собственно, надо взять пистолеты. Я думаю, что я возьму обычный мой глок, у которого много патронов, и дробовик на всякий случай. Так что вот. Все. Чё? А, ну да, ясно, мне здесь. Вот, сюда надо. То я уже испугалась, думаю, чё? Как так? Опять не открывается. Так, в доме очень темно. Его обитатели превратились в зомбарей. Я так понимаю. Там дверь на задний двор. Опять шприц. Это хорошо, очень суперски. Что тут? Сраный зомби тут, вот что. Там еще у меня кувалда была. Сюда кувалда, вот я бы сносила бы их всех нахрен. Пришла бы им всем попень, самая натуральная. Где он? А, там кровать меня стреляет. Вот в чем дело. Да пошел ты в жопу. Сейчас я тут все выкину. Ты, блин, сранье. Пойду-ка я все заберу оттуда. Вот так вот. Пошел ты в жопу. Так, а чем бы можно было бы кровать так вынести? Револьверчиком, может? Все, готово. Три пули, и ее нету. Это супер. Что-то тут. Что-то тут. Ничего себе, у меня тут шприцов. Зачем мне столько надавали? Неужели мне тут жопа придет скоро? Я не хочу. Че бы взять такого хорошего? Где мой глок лежит, валяется? Где мой глок? Он где-то тут должен был быть. Ну вы че, ребят? Thank you.
ладно, насрать. Вот так вот. Давай, подходи, подходи. Понятно тебе. И не связывайся со мной даже. Давай, стреляй, стреляй. Чё, до свидос. Ещё должна быть какая-то подстава грёбаная. А вот и глок будет мне. А реально, нахрена мне глок? У меня есть офигенный револьвер, который абсолютно суперски заменяется это дело. Тут пожарные, слушайте, тут что-то нехорошее случилось. Что у нас тут закрыто? Конечно. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Я предполагаю, мне нужно будет в этот долбанный гараж залезть. Фонаря у меня нету. Тут есть лампа. Это хорошо, потому что я абсолютно не горю желанием идти за долбанным фонарем. Опа. А нахрена мне фонарь? В таком случае. Мне нахрен не нужен. Молоток важнее. Молоток это для ближников. Это просто офигенский. Особенно если он один. Выносит с одного раза. Любого ближника. Ну, кроме гиганта, я думаю. Гигант это не для слабаков, как говорится. Это все так похоже на то, что я уже видела. Прям офигеть. Патронов даже нету. Вот, блин, зажали. На первой улице все сразу вывалили. А теперь ничего не дают больше. Там какая-то газета. А это не газета, нафига. Патроны. От пушек, которых у меня нету. Потому что у меня нету сумки и нету места для них. Смысл мне с пушек, которые, блин, быстро заканчиваются. И дробовик вообще как мне? Вместо молотка? Да ну нахрен. Молоток, по-моему, действеннее. Наконец-то дом. Я надеюсь, мама в порядке. Небось, мама это главный монстр будет. Кстати говоря, как вариант. Почему бы нет? Это все абсолютно может быть и так. Потому что у мальчика крыша съехала. На почве родительских слов там о чем-то, короче. Может быть... Блин, там сейчас будет темно, темно, как и я не знаю где. А где его дом-то? Кто это может? Не поняла. Я сейчас шутки юмора. А это что за квадрат такой? Гараж. Так, ну... Это нифига не дело. Может, этот красный его дом? Да. Это вот хибара красная, это его дом. И вот темно, как в попе. Мама? Мама? Ты где? Мам! Трындец твоей маме, скорее всего. Либо тут никого не будет, либо тут будет огромный монстр. Да,
Мне дали запись, скорее всего. Скорее всего, трындец твоей маме пришел. Это, небось, та книга, которую он писал. Это чё? Чё это было? О, сейчас реально главный монстр. Главный босс. Симон? А что, с самим собой сейчас будет драться? На коляске? Охренеть можно. Куда мы идем? Я не могу идти нормально. Это он так поворачивается? Что за бред? Вот это да. Ой, там что-то очень плохое. Справа. Что-то просто охренеть, какое плохое. Что с ним? Он застрял или что? Это что такое там? Куда ж тебя катит? Куда тебя несет, придурок ты? О, боже мой, что это за хрень? В чем прикол вообще? Ужас, как его заносит, просто страх какой-то вообще. Я сейчас нахрен свалюсь отсюда. Чувак, не сваливайся. Управление просто говно. Самое настоящее дерьмо. Чё за хрень? Дурдом ромашка, блин. Да едь ты уже на своей качалке. Хрень какая-то, блин. Повернись ты, придурок. Ужас какой-то, ужас просто, люди, это ужас. Он не хочет поворачиваться, он... Я не знаю, что это. Он как... Я не знаю, как будто он ведро водки сожрал просто. А как я должна с ним драться на кресле качалки, мне интересно. Он тут где-то был. Он меня сейчас убьет. Он не вынес уже, не знаю сколько, много. Как я должна? У меня нету шприцов, ничего нету. Как я с ней должна драться? Вопрос. На засыпку, как говорится, вопрос. Ну, давай, поворачивайся. Придурок ты. Лампа, все, теперь у него загвоздка, он не может лампу объехать. Он бежит, бежит, бежит. Поворачивайся ты, лохундрик. Если я сейчас проиграю, мне снова надо будет вот этим вот ездить тут. Я просто не знаю, что сделаю. Я эту игру удалю нахер. Он не едет. Он тупит.
По сути, мы должны уже скоро его убить, либо он нас убьет. Бежит, бежит, бежит. Сейчас будут финальные нотки. Либо он меня, либо я его. Я не хочу заново все это проходить, честное слово. Хотя, может быть, тут концовки разные будут. Смогу я его убить или не смогу. Судя по этому, может быть такое. Кто его знает? Что это такое? Замечательно просто. Пошел ты в жопу! Да. Ясно все со мной. Да что ж такое-то? Еще заставка здесь не хочет пропускаться. Не хочет скипаться. Ну все, мне капец, мне трындец, мне конец. Как бы это грустно ни было. Сейчас он на меня с молотком пойдет. Супер просто. Где твои гребаные коленки? Вот они. Все, едь ты уже. Сейчас он на меня с молотком как убежит. Что, его убила? Вау, я это сделала. Просто чудеса. Давайте посмотрим, что нам эта долбанная игра покажет в конце самом. Я остановил себя от этого совершения суицида. Но это не только оставило в живых меня, но также оставило двух полицейских мертвыми. Я убил их, застрелил их обоих. Это не должно было случиться. Доктора сказали, что у меня был психоз. Что означает, что мое наказание не будет слишком жестоким для меня, чтобы его прожить. Мне придется провести остаток моей жизни в психушке, где сестры и доктора заботятся обо мне. Они позволили мне закончить мою книгу, и это помогло мне очень сильно. Я написал счастливый конец только для себя. Я чувствую себя лучше теперь, и я больше в ладу с собой. Даже несмотря на то, что я застрял в этом инвалидном кресле. Но я принял это теперь. Я никогда себя не прощу за то, что я застрелил этих двух офицеров. Но у меня вокруг столько поддерживающих меня людей, что я думаю, что я буду в порядке. Доктор Парнелл, короче, наблюдает за мной и за моим прогрессом. Я очень счастливый, что он у меня есть. Софи навещает меня
частенько, когда доктора позволяют ей это сделать. Я не дочитала конец, как обычно. А вот и разработчики. Сейчас посмотрю в лица этих людей. Просто больных нахрен на всю голову. Ну-ну-ну. Джеймс Марчант. Симпатичный парень, а в голове какая-то каша-малаша. Про психов и монстров каких-то. Это девчонка какая-то. Что это с ней? Короче, страх, ребята, страх. Я так понимаю, эту заставку мне тоже не пропустить никак. Понятно. Они решили еще здесь над нами поиздеваться. Хорошо. Ну, в общем, я, пока идет заставка, скажу вывод, свой личный вывод. Тот человек, который мне посоветовал эту игру, он сказал, что игра просто супер. Как уже он сказал, красота, произведение искусства и прочие эпитеты он употреблял к этому вот этому шлаку, который я действительно называю шлаком. И не я одна на самом деле. Я тут смотрела летсплей еще одного человека, тоже одного из известных, короче, летсплейщиков. И, собственно, я смотрела, как он ругается, как он матюгается на это дело. И я его прекрасно понимала, просто я ржала с того, что ну, действительно, ну, настолько игра какая-то, во-первых, она глюканутая на всю голову, она все время вылетает, все время у нее ошибки какие-то выходят, все время FPS скачет. Потом есть куча моментов, которые тебе, ты просто психуешь, потому что ты не можешь их пройти, ты не знаешь, как их пройти вообще. Тебе приходится это все по новой проходить и проходить, проходить и проходить, просто потому что за это взялся, тебе это надо сделать. Потом, что еще? Короче, много вот таких всяких моментов, это просто ужасных моментов, которые тебе доставляют просто огромный батхерт. Просто психуешь, сидишь, потому что игра, блин, просто какое-то издевательство реально над человеком, который в нее играет. Поэтому я никому не советую, не советую ее. Советую только посмотреть, поржать с тех, кто в это дело играл и психовал, и все. Прохождение она не стоит абсолютно на самом деле. Это большие нервы затратите. Так что спасибо всем, кто смотрел этот обзор, этот летсплей. И встретимся в других видео. Всем счастливо, всем пока.